Камера, мотор, поехали. В республике снимают документальный фильм под названием «Каникулы в историю. Чувашия». Кинолента расскажет зрителям об истории и культуре региона. В съемках принимает участие звезда российского кино Александр Галибин. В кадре появятся и ученики столичной 5-й гимназии. Один из съемочных дней проходил в Ядринском районе. С места событий репортаж Рифата Фаткулина. Процесс работы над фильмом начинается рано утром и заканчивается к ночи. За 3 дня у создателей кино набралось уже более 10 часов отснятого материала. Идея принадлежит Рыбаков фонду. Сценарист-режиссер Ксения Бахарева. Документальный фильм – это своеобразная биография Чувашии. Видеорассказ о достопримечательностях, красивых и интересных местах районов республики. Команда фильма в июне уже побывала в Чувашии, чтобы оценить натуру. Наша природа им очень понравилась. Старинные обычаи и традиции увлекли. И уже через месяц был написан сценарий нового фильма проекта «Каникулы в историю». Проект «Каникулы в историю» у нас существует уже 5-й сезон. Вот мы сейчас в Чувашии снимаем 5-й сезон. Проект сам по себе возник еще в 2012 году, когда было 200-летие празднования войны отечественной первой. И мы тогда поняли, что такая вот просветительская миссия проекта попробовать приобщить детей к изучению истории можно через игру. То есть дети примеряют на себя все персонажи. Роль ведущего в фильме играет народный артист России Александр Галибин, снимавшийся в главной роли в известном сериале «Мастер и Маргарита». Как оказалось, на этой точке съемок он не участвует, но мы успели записать с ним интервью ранее, где он признается, Чувашия приятно удивила. Я первый раз в Чувашии и первый раз в Чебоксарах. Я хочу сказать, что я потрясен. Я совершенно потрясен природой, я совершенно потрясен красотой. И, наверное, самое главное, я потрясен отношением людей к тому, что происходит вообще в республике. Наверное, самое ценное, что есть, это люди. Люди, которые хотят, чтобы в республике было хорошо. Люди, которые делают все для того, чтобы в республике было хорошо. Вместе с звездой в фильме будут сниматься и ученики 5-й гимназии города Чебоксары. Для соведущих Александра Галибина съемочная группа проводила кастинг. В нем приняли участие более 20 учащихся. Отбор прошли лишь 6. Режиссер признается, такого уровня актерского мастерства от обычных школьников команда не ожидала. Самые разные таланты они показали и, в общем-то, выделялись не только по внешним данным, но, конечно, внешние данные тоже важны для телевизионного кинопроекта. Вы понимаете, что все-таки камеры, если любят лицо, то это уже успех. Да? То есть, ну и, соответственно, таланты. И как раскрылись эти дети? Дети все раскрытые, талантливые. Они с удовольствием примеряют на себя всевозможные роли и, в общем-то, им все нравится. В числе тех, кому посчастливилось сниматься в кино, семиклассница Карина Никитина. В фильме она примерила образ обычной чувашской девушки. Доить корову сложно, но поскольку у меня был какой-то опыт, потому что каждое лето меня отправляют в деревню, и там у нас тоже есть коровы, я иногда заменяла бабушку и помогала ей доить коров. Мне очень интересна тема телевидения, кино. Возможно, операторская съемка. И я бы хотела, возможно, работать в этой сфере, поэтому решила попробовать. Герой будущего фильма Даниил Матвеев говорит, что на кастинг идти было очень волнительно, но он справился. Успешно прочитал стихотворение и показал умение создавать нужный образ перед камерой. Я играю героя, человек, который торгуется в ломбарде, то есть главный в ломбарде. А сейчас мы приехали сюда, и я должен поймать курицу. С недавних пор я начал заниматься театральной студией, и мне дали 2 главные роли. В театре. Создателям полнометражного фильма предстоит большая работа и удивительное путешествие по историческим местам Чувашии. Съемки фильма планируют закончить к 15 августа. И уже в конце месяца картину смонтируют. Премьера намечена на осень этого года. Рифат Фаткулин, Александр Петров, Республика.